Ребятушки, разряжаю я свои часики в ноль, просто в ноль, для того, чтобы посмотреть, сколько по времени с нуля до 100 зарядится Galaxy Watch 5 Pro 46 миллиметров. Вот сейчас жду, еще немножко осталось, сядет совсем в ноль. Ставлю на зарядочку и засекаю время. Ждем. Ну все, наконец-то. Часики, видите, нольс, ставим и засекаем. Сколько ж времечки они у нас будут заряжаться, я не знаю, как вам, но мне прям почему-то интересно. Включаю гиперлакс и записываю.
Так, ребятушки, на все про все ушел 1 час 37 минут с нуля до 100 при включенных часах. Естественно, если бы они были выключены, это было бы быстрее. Но так как были включены, естественно, вот чуть подольше, чем обычно. Так что знайте, вот так вот они заряжаются. Но не советую вам в ноль разряжать часы. Это вредно как часам, так и батарее. Пока вы были на канале SmartWatch.